мы пришли. Показатели зашкаливают. Надеюсь, еще не поздно переключить поле герметизации. Слава богу, ты знаешь, что делаешь. Ну, вот и лифт. Гордон, я... Как ни жаль, больше я ничем не могу помочь. Возвращайся скорее. Внимание! Опасный уровень радиации.
Процесс стабилизации ядра прекращен. Внимание! Защитные поля отключены.
нужны. Критическое.
получилось! Система герметизации заработала! Долго она не продержится, но время мы выиграли! Пока ты был внизу, я залезла в их систему. Они действительно спланировали цепную реакцию, но не ради того, чтобы погубить цитадель. После уничтожения реактора взрыв стал единственным способом отправить сигнал туда, откуда они пришли. Я не знаю, что за данные они готовили к трансляции, но ради них они готовы пожертвовать всей цитаделью. Надо срочно передать их отцу и доктору Клейнеру. Я сделала копию. Что в ней, не знаю, но чувствую ждать беды. И вот что еще. Это Джудит, смотри. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На данном этапе сложно оценить размер разрушений и сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Да где он? Она попала в беду. Надо передать ее сообщение и данные трансляции отцу. Он поймет, что делать. Копирование завершено. Данные у меня. А теперь уносим отсюда ноги. Думаю, они почувствовали. Здесь есть лифт. Сюда! Скорее!
наш поезд. Садимся. Давай, садимся. Что это за данные, но они вовсе не рады, что мы их получили. Знаешь, учитывая все в целом, не так уж... О, нет. В этом вагоне сталкеры. Будь прокляты эти комбайны. Вот что случается с теми, кто пытается бороться. Или оказался не в том месте и не в то время. Боже, надеюсь, ты не помнишь, кем ты был. Ладно. Посмотрим, куда едет этот поезд. Если нам повезет, мы успеем уехать из города, пока не стало слишком поздно. Хорошо, что не пришлось идти пешком. Будем надеяться, худшее позади. Ты снова спас нам жизнь. Соберись!
помоги, прошу! Помоги! Убери его! Убери! Господи, помоги! Погоди секунду. Дай перевести дыхание. Окей. Все не так просто, как я думала. Теперь мы в одной лодке с остальными жителями. Пешком и к вокзалу. Выйдем на поверхность. Осторожнее, я слышу стрельбу. Посвети-ка! Обнаружены легкие ранения. Ничего не вижу. Мы тычемся. Нам надо сюда. Обнаружены легкие ранения. Они стоят здесь очень давно. Thank you.
Он ожил! Ничего не вижу. Мы тычемся в темноте, как слепые котята. Доктор Кляйнер рассказывал, как терял ключ от кабинета. А вы с Барни соревновались, кто быстрее попадет внутрь, не отпирая дверь. Знаю, как ты любишь по ним лазить. Доктор Кляйнер рассказывал, как тебя получат кабинет. А вы
Отлично! Смотри-ка, пушка! Свети на зомби! Свети на него! Муравьиные львы здесь? Видимо, защитное поле Альянса рухнуло. Ну, конечно, ведь его питал реактор цитадели.